Magical. Здравствуйте, дорогие друзья. Прошу пару минут вашего внимания. Хочу вам рассказать, чем завершилась история моей попытки устроиться на работу через трудоустройство. Для тех, кто не в курсе, пожалуйста, ссылочка в первом комментарии и в описании. Пройдите, посмотрите. Итак, сегодня в назначенное время я пошел в компанию, в фирму охранную, чтобы забрать свои деньги, 140 манатов. Зашел в кабинет, товарищ представитель фирмы, с кем я имел дело, дал мне подписать бумагу. Но сейчас, внимание, это очень важно. Лист формат А4. В линеечку полный список фамилий. Фамилии, имен. Моя фамилия там уже была. Была поставлена сумма, 140 манатов. Мне осталось только поставить свою подпись. После чего мне вернули деньги. Итак, список, внимание, еще раз. Формат А4. Полный список фамилий, имен. И после большинства фамилий, имен уже были поставлены подписи. То есть, мой случай не единственный. Не из ряда вон выходящий. То есть, эта компания дает объявление на работе. Вы приходите, вам обещают какие-то условия определенные. Берут с вас деньги. Потом вам звонят и дают другие условия, которые вас не устраивают. Люди отказываются. И с них удерживают 40 манат за попытку устроить на работу. Типа, мы вас регистрировали, пытались, работали, работу искали, но вас не устроило. Мы вам звонили, вас не устроило. Сами виноваты. 10 манатов я заплатил в компанию по трудоустройству, которое меня туда направило, которое потратило меня ровно 5 минут времени. 40 манатов я заплатил, с меня удержали вот эта компания, охранная компания, фирма. 15 манатов я заплатил еще за поликлинику, за справку. И там еще было пару манатов за фотографии. Так что, друзья, когда будете устраиваться на работу через трудоустройство, будьте бдительны, внимательно читайте условия договора, если вам такой дадут. Не стесняйте задавать вопросы. Не скажу, что мафия бессмертна, но эта система работает. Всем спасибо за внимание. Приезжайте в Баку. Вам здесь вам нравится. Если что... Magical.